Во дворце спорта «Триумф» завершились трехдневные соревнования Всероссийского кубка среди студентов по тэквондо. Соревнования прошли как в личном, так и в командном зачете. Среди команд первое место заняли учащиеся Российского государственного университета физической культуры. Второе – студенты Поволжского государственного института физической культуры, спорта и туризма. Третье – спортсмены Московского государственного строительного университета. В этом году кубок получил международный статус. К участию были приглашены студенты вузов Республики Мали. Организаторы уверены, что в будущем география представителей стран Африки будет шире. У нас намерение подписать какой-то договор, чтобы мы могли совместные мероприятия проводить. У нас есть уже какой-то договор с Таэквондо. Будем все это смотреть, какие могут быть мероприятия. Студенческое развитие Таэквондо – это одно дело. Вот такое общее такое развитие – это тоже другое дело. У нас всероссийский турнир, кубок, так скажем, студентской лиги, участвуют более 50 регионов России, более 70 вузов России, которые отбрались на наш турнир и приехали в этот замечательный город Люберцы.